Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. Сегодняшнее видео будет посвящено теме цветения рассады земляники. Вот эта земляника, это у нас такая вот крупноплодная, ремонтантная любаша. Самая первая, она начинает выпускать цветоносы. Вот один кустик выпустил. И второй. Здесь вот третий. И вот здесь вот четвертый. Не рекомендуют именно вот такой рассаде, которая у нас еще совсем вот такая вот она маленькая, ей давать цвести, так как корневая система еще, ну так, подросшая, но еще не максимально развита. И листовой аппарат тоже совсем-совсем маленький. Поэтому как только вот этот цветонос у нас выдвинется, станет такой подлиннее он, и макушку просто вот этих цветочков мы удалим. То есть рассада у нас не будет цвести, а будет дальше наращивать и корень, и сам вот этот вот листовой вот этот аппарат. То есть больше будет листочков. А затем уже, когда высадим нашу рассаду в открытый грунт, тогда уже мы даем формироваться и цветоносам всем. То есть тогда уже, в принципе, эти цветоносы мы не удаляем. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч, всем самого-самого наилучшего.